14 октября, 10 часов 20 минут, со стороны города Советска, направление поселки Толпаки Гвардейского района, двигался автомобиль марки Audi под управлением водителя 1998 года рождения, который на 14 километре плюс 250 метров автодороги Гвардейский-Ямы границы с Литовской республикой в нарушении дорожной разметки 1.1 правил дорожного движения допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «Волга» под управлением 43-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля «Волги» – мужчина 1972 года и женщина 1974 года рождения, а также водитель автомобиля «Audi» и пассажир 2003 года рождения. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает вам, что согласно пункту 1.3 правил дорожного движения, участники обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, знаков и разметки проезжей части дороги.